Ну вот, суббота, уже вечер. Весь день занимался только рытьем этого котлована, чтобы, как говорится, уже сделать, чтобы понедельник уже сюда вроде бетон привезут. Занимался только этим делом. Ну, на заправку еще съездил. И вот на воскресенье еще остается. Завтра еще покопаемся. Но там уже уровень, все. И здесь еще. Я постараюсь в воскресенье, завтра это все вот убрать. Глубоко, черт побери, я не ожидал, что так много. Там еще уровня вот здесь нету. Сейчас сантиметров 15, 10-15 надо убрать. Здесь уже вот есть. Вот такие пока пироги. Вот еще из кабины все. Хочу, чтобы меня кто-нибудь в ковше приподнял или куда-то повыше залезть, чтобы сверху снять этот котлован. Ну ладно, пока из кабины. И вот начальство, чтобы у трудяги в глотке не пересохло от такой сумасшедшей работы. Вот, от начальства только что. Чтобы в глотке не пересохло. Трудяги. Вот еще сделаем кружок. Вот, опасно, конечно, тут по краю. Ну, что поделаешь, ничего. Ну, кружочек сделаю такой, круг почета. До стоянки, ну-ка повыше. Ой-ой-ой. Да, надо быстрее заканчивать.